17 ноября в Чувашском театре оперы и балета стартует 29-й международный оперный фестиваль. О том, что приготовили для зрителей в этом году, рассказали сегодня на пресс-конференции. 29-й международный оперный фестиваль посвятили русской опере. Он откроется премьерой. Дадут «Царскую невесту» Римского-Корсакова. На постановку театр получил грант Минкультуры России. Эту оперу местные зрители не видели больше 10 лет. С тех пор, как постановку закрыли. Театралы говорят, спектакль обветшал. Мы не носим рубашки по 30 лет, понимаете? Сейчас совершенно новое решение. Нас ждет новая постановка и более современный, может быть, взгляд. Попытка пробиться к сегодняшнему зрителю и слушателю. 19 ноября в этой же опере на сцену выйдут солисты Большого театра, Татарского театра оперы и балета имени Джалиля и Мариинского театра. Певцов из Большого, а также Московского театра. Новую оперу имени Колобова зрители увидят в знаменитой опере «Борис Годунов» 23 ноября. Полная афиша фестиваля на сайте театра. И эксклюзив. 29 ноября концерт тенора Южной Африки. У нас приглашенные солисты особого хочу подчеркнуть, тенора Южной Африки. Многие звонят, интересуются. Они поют на 10 языках, в том числе, наверное, будет и сюрприз. Может быть, на чувашском языке что-то они, может быть, и споют. В этом году также запланированы выездные концерты в район республики. Завершится фестиваль 1 декабря грандиозным гала-концертом.